А кто на пулемете лучше? Пулемет свой пройти дорогу. В этой части, это кэш. У них что, редко какой-то более крутой суд 205 на кэше? Что-то он должен был закрыться уже, там много нас рядом были. Плеера кидай. Что это за хуйня? Выходим? Убивайте, кидайте гранаты. Там полтинный щит. Ё-моё! Новый гол. Чё ж вы не предупреждаете, когда кидаете? Это не наша граната, блядь, была. Я кидаю вперед, мне медик нужен. Куки, у тебя на севере под нравится. Деревом кидаю. Я знаю. Сейчас обойдусь, закидывал по полтинный. Больше гранат остались, пойди ко мне сюда. Поднимай, медик. Спасибо. Я сейчас сдохну. К нам подходи. Маркеры. Медик! Здесь патронов голову. Гребаное мясо. Вот кто-то убили, кто спрашивает. Его убили, вы уже побили полтос. Полтос стоит пустой. Но я не знаю, кто-то... Прям 4 игрока было, ты сейчас понял в этот раз? По-моему, кто-то то ли Майк 4 игрока прилыл. То ли мы... Окей. Полтин в грудь стрелял из Ай... Из Ай-6 полтин стрелял, все. Она стреляла из Джулио 3-7. Готовы? Да пойдутся пацаны там. Какая что на споте в Лима 2? Да, там домик есть, тут домик, мне кажется, и кэш. Они оттуда выбегают. Я в домике, в пещере. Подходим. А если нужно же подойти, короче, чтобы заглушилось, все как просто. Там ничего не лочится, мы были впритык. Они появляются, появляются на нем. Это пиздец, вообще жизнь. Грох, что, может повысишь меня вокруг того домика? Он на споте кэш прям. Нужно домик по споту обстреливать, короче, который. Меня ты что, гонять или нет? Не повысишь? Вылез, да. Нет, нет. Там вопрос. Может, это грох, ты можешь не кидать эти соты постоянно? Ты дед или нет? Да, я дед. Тебя не сожрёшь. У нас полтинник, наверное. О, наконец-то. Кеш нормальный. А, потом всё-таки более точно маркер открывается, да? Хоть какие-то... Прости, Алекс. Когда на Intel выходит, тебе прощение. Выпей на утропа. Это я здесь против не был. Блин, давай, я. Здесь. Я не видел, где он. Минус. ХНВ, пацаны, много. Катись вниз справа. Нам бы пулемет сюда посадить. Пулемет на месте. Куда посадить пулемет надо? Где позиция? От тебя. Мех, пиздой сюда, я сейчас буду стрелять. Трупы тогда? Вас подходит с севера, сейчас будет подниматься прям. Ёбаный там, у них Марсман осторожно.
Берите с маркера там. Я из чего мех свалил. Кристалтина на вас. Где ты сдох уже? Я не полезу. Возьмите второго медика вместо пулемета еще. Я возьму, да? Бля, я уже чем только не пробовал. Медик не пробовался. Ралик, пробуй, пока не подошли. Подойдите ко мне. Только назад. Сказал, что нет. Ну так еще надо будет. Вот так полечи меня, будь добр. Давайте, кто уже напишет? Пишем клей. Не закидывай, просто не думай. Кто на горке там? Видел смарт? Он слышит стреляет. Что там немного повалили к вам. Охуенно полетал. Чем ты сливаешься, бро? У тебя был плохой пулеметчик, он был. Если мы в дом зайдем, у них закроется здесь? Не знаю. Все честно имеет, тут нахуй уже сюда спожались, понятно. Да. Пиздец, блядь, это охуею. Вообще обленился, нахера не будешь убивать. Арты не будешь убивать? Минометов там нельзя. Квартиры есть, я никто не пойду. Так, там, я не знаю, гранатчик всех там, не идите туда. Гранейт! Мне кажется, вот на 50 метров в домику два человека не подходили. Я догрыл, короче, может, сухой был. Еще гранату закидываю. Туда там очень много. Да. Север, маркер, у нас нету? Была. Да, да, это меня добили. Тут прицел хотя бы взять, чтобы они тут не убегали этот домик. Если бы я там с пулеметом убежал, ну, какой положил. Усишку приготовьте и закиньте туда. Надо дым, да, дым. Прям в дом чисто дыму, блядь, накидайте. Не подходите к дому. Чего? Это жесть, они все еще резкие. Возьмите лаз и башни к вам. Чисто внутрь, да, подожди. Как бак сделать с сишкой? Сведи скин-кит и заново возьми, только не выбирай сишку заново. Только выберешь, она выкинется. Я подобрал кит. Как дальше? Когда ты выберешь C4, она выкинется. Монку взрываем дом осторожно. Около дома есть туда начать? Боже, он так лагает. Это ни хрена не весело. Так, кого был? Возьмите лата, запулите. Блин, столько взорвался. Конец, дым, это кто? Это нужен дым, дым нужен. Что, взорвали? Нет, я не заработал. Дым, блядь, дым, это дом, блядь.
Вот это мясо. Давайте сейчас вместе подойдем. Вообще, не взяли вот этого С4-ника, как он к ним зайдет туда. Just put C4, come on. Давай. Через стену, через стену можно? Пускай это, подгоните АПЦ. Ты 3 минуты еще? А, не, не 3 минуты. Сколько нам осталось? 40 секунд. 40 секунд. Нереально, блядь. А это так и задумано было, что они будут бесконечно. Можешь меня чё... поднять эту чуваки, но... я 7 человек гранаты взорвал. Не, представьте, мне тоже надо бомбить. Мой ФПС, мой ФПС. Да, мне тоже. А как я не убил? Блин, я не убил. Дай. Это ни хрена не круто. Бля, попой из 11. Понятен обычный сюда. Я не знаю как. Можно? Чекай, я как то не взорвал. Я сишку взорвал. А чё? И чё? Сишка не взорвалась. Он дымится, дымится, кажется дымится. Там важный взорв. Они там себя друг друга взрывают. Что там сказали, C4 down. C4 down. Боже, неужели мы выжмем? Слышь, медик, подними вдоль. Да, за команда мёрдая. Посмотрите на их командовую. Это жесть. То есть тупо 50 человек спаунилось на них. Да. Так, если не охуеть. Очень. Грохта так смотри, и должно быть, что это... Они появляются даже когда мы в дом зашли по толпы. Конечно, минус, слава богу. Пацаны, посмотрите, блядь, там. И посмотрите, кто у нас крутой замок складет, блядь. Кто-то у тебя говорил, что не имеет. 29 всего. Алекс, отойди на вест. Больше 10 человек, блядь, договорил. Что это снаружи? What the fuck? Вот так, oh my fitness. Oh my god. Лол. Аташки идут. Странно, что все только не делали, что гранаты затягивали. Боже, я хочу посмотреть, что там внутри, сколько там тел. Лучше не смотри. Слышь, меня ФПС просил. Когда смотришь, что там заседает. Я снимаю. Когда видео выкладывать будет, скорее всего, не для слабонервных. Чего там видео? Не для слабонервных, так что видео. 18+. Машинка подъезжает. Car inbound. Давайте их тоже сюда сложим, эту машинку. А, своя машинка. А, это наша машинка, что ли?